это может быть. Жил-был Ванечка, большой фантазер. Однажды тетя взяла его погулять в парк. «Мы будем гулять в парке до тех пор, — сказала она, — пока твои родители не сложат чемоданы. Сегодня вы уезжаете к морю. Ты не забыл?» Ванечка послушал тетю и резко остановил качели. «Что случилось?» — удивилась тетя. «А что будет, если все время, пока мы будем на пляже, будет идти дождь?» — говорит вдруг Ваня. «Это может быть», — засмеялась тетя. «Но это не важно, если ты будешь в купальном костюме. Когда ты купаешься в море, на такие мелочи, как дождь, не стоит обращать внимания. А если дождь намочит еду, и она станет невкусной?» — хмурился Ваня. «Хорошо, я допускаю, что это может быть. Но вкус мороженого трудно испортить», — нашлась тетя. А Ванечка все продолжает. «Что, если я пойду плавать, приплывет акула и укусит меня за большой палец ноги?» «И это может быть», — сказала тетя серьезно. «Но твои пальцы на ногах после игры в футбол такие невкусные, что никакая уважающая себя акула не станет их даже пробовать. А что будет, если в гостинице будет ужасно шумно, и я не смогу там спать?» «Это может быть, но твои родители будут рядом с тобой и не дадут тебя в обиду», — ответила тетя. «А теперь я хочу задать тебе вопрос. А что будет, если тебе понравится отдыхать на море?» Наконец Ванечка улыбнулся. «Это может быть».